Департамент градостроительства и архитектуры Нижнего Новгорода обрел временного главу. Исполняющим обязанности назначен Андрей Тарарин. Долгое время он руководил городским центром обеспечения градостроительной деятельности. Татьяна Шмакова, которая ранее занимала должность директора Департамента градостроительства и архитектуры, написала заявление на увольнение по собственному желанию еще в начале марта, будучи в плановом отпуске. Администрация города с 1 января основные вопросы, основные полномочия по градостроительной деятельности мы передали, подчинившись региональному закону, на уровень областного правительства. У нас проходят очень серьезные сокращения. Как подчеркнул глава города, штат департамента сократится больше, чем в 2 раза. Сейчас идет процесс реформирования подразделения. После его завершения будет назначен новый руководитель.